Уже традиционно перед началом учебного года в Ленинском районе Бреста проходит праздник «Здравствуй, школа». Название детского феста говорит само за себя. Все о школе, о талантливых учениках, креативных учителях, о насыщенной школьной жизни. В празднике приняли участие 16 учреждений образования, которые представили зрителям свое творчество и свои возможности. Мы хотели сделать своеобразную такую адаптационную площадку, мостик, который бы помог ребятам перейти от летних каникул, от отдыха к учебным занятиям. Поэтому сегодня все школы представляют свои тематические площадки, на которых представлены варианты научной занятости, варианты творческой занятости, спортивной занятости, то, что ребята будут познавать в школе в последующие такие же шестые школьные дни. Праздник проходил в субботу, а это, как известно, шестой школьный день, который предполагает посещение различных кружков по интересам. Учащиеся демонстрировали свои таланты и способности, создавали настоящий фейерверк эмоций и впечатлений для зрителей. Основная цель нашего мероприятия – это показать наши возможности школ Ленинского района в организации 6-го школьного дня. И мне кажется, что сегодня видно, чем мы можем гордиться, чему можем учить наших детей. Я думаю, что в этом году мы сможем организовать досуг наших детей, их и образовательную деятельность, и развитие, должным образом. Яркий пример эмоциональности и творчества – кукольный театр «Батлейка», созданный на базе средней школы номер 33, которая показала свое представление «Небесный гость», участниками которого выступили дети. Театр является ярким примером того, что ребята начинают творчески мыслить. Школа развивается благодаря их талантам и стремлению. Сегодня на нашем празднике мы представляем сценарий «Небесный гость». Небесный гость, вы догадываетесь, это ангел. Дети очень любят такую тематику. Роль ангела в том, что он приносит подарок девочке, которая бедная, нуждается в этом. И нужно помогать тем людям, которые нуждаются. Нужно помогать детям, которые в этом нуждаются. И вот такой итог слова этого сценария о том, что нужно заботиться о каждом ребенке. И каждый ребенок – это личность, и у каждого ребенка есть свои мечты. Наша школа подготовила для праздника театр «Батлейка» с куклами. Это старый очень театр, он возник в Могилевской области давно. И мы водим куклами и рассказываем все об этом. У нас есть сценарии, мы предлагаем им попробовать это. Моя роль – это Мэри. Я исполняю роль бедной девочки, которая помогает маме и живет очень бедно. Я мечтаю о фарфоровой кукле, которую в этот праздник мне подарили. Вот такая кукла. Да. Я в маленьком виде. А что же интересно современным детям? Конечно же, роботы и гаджеты. И средняя школа номер 13 имени Валерия Хована решила воплотить эту мечту. Для ребят была организована возможность программирования роботов, что оказалось довольно увлекательным занятием, в котором дети с удовольствием принимали участие. Мы организовали для детей выездной наш STEM-центр. Они могут программировать роботов. С чем дети, как видите, с удовольствием и занимаются. Еще у нас есть педагогические классы в школе, поэтому дети педагогической группы подготовили игры различные. У нас игры по станциям с призами, и дети с удовольствием играют. У нас очень хорошая активность на нашей площадке. Активное участие в мероприятии приняли воспитанники военно-патриотического клуба «Крепость», которые показали мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова и рассказали о том, как правильно оказать первую помощь пострадавшему в случае необходимости. Мне кажется, что школьные годы – это волшебная лестница, поднимаясь по которой ученики переходят из... Своими впечатлениями от праздника поделились дети, которые являлись его главными участниками. Было очень интересно, сыграли много в интересных и познавательных игр, ручеек и так далее. Было очень интересно, мне понравилось. Мне очень понравилось, очень весело было. Я на самом деле тоже танцевала, когда там тоже танцевали. Очень классно было. Очень весело и классно.
Праздник получился по-настоящему ярким и запоминающимся. Многие ребята смогли настроиться на начало нового учебного года и будут стремиться добиваться успехов в освоении новых знаний.